Ребят, вот почему на видео набирается по 400 просмотров и больше, а в моей группе ВКонтакте так мало подписчиков? А ну-ка быстро зашел и подписался, а то пропустишь все важные новости. Прыгай. Куда? Вниз. Я застрял в воздухе. Чё за мной творится? Из тебя какие-то... Вылетай чё-то. Помогите! Слушай, ты магический белый... Ну, спасибо, Light Cloud. Кикнул за флай. Где у тебя скин? У меня его нету. Всем хай, ребята, с вами Экстер и Ли Янг. Какой Ли Янг? Ты чё несёшь? У тебя тут написано Ли Янг. Не читай. Тихо, заново. Можешь меня просто пирожком называть. О, вот, все. Всем хай, ребята, с вами Экстер и Пирожок. Всем привет, друзья, с вами Фрагопа. Сегодня мы играем с Кавасири Light Cloud. На самом деле это Марсел. Нет, неправда. Но я его Пирожком назвал, потому что он всех задолбал ники менять. Все. Все, пошли. Поехали, да, поехали. Ничего не могу выбрать. Я сразу на меч выберу. Ребята, я сегодня такой весь прокачанный прям. Ну это... Обидно. Ладно, короче, ща мы должны победить обязательно. Я тебя буду Пирожочком называть, все. Да, называй меня как хочешь. Ну, Пирожочек. А, короче, у меня меч есть, сам бери. Да что у меня, лук, топор, ты что, я мясник. Разнесу. Ай-яй-яй, в смысле? Ты офигел? Как так быстро? У пацана 4, ничего страшного, я его убил, но ты сдох, поэтому нет. Да пошли к ним. Да подожди там, сзади, мне страшно. У тебя еда есть. Назад. Смешно, ты сдох. Да, в смысле, я сдох. У него какой-то чит. Да не, просто на жизни. А у меня одно сердечко было. У меня меч и уже есть. Я живу и продолжаю. У меня ботинки уже есть. Это хорошо, эти там на грудь, не груди киданул. Ага. А что, все, сундуков нету? Что за ботва? Зато мне есть. Ок, нам сразу строится. Я могу. Смотри, какие молодцы. Молодцы, ребята. У меня оружия нет, что делать? Паника. Да внизу там есть оружие, что ты. Ну, чуть не сказал, боже. А, слушай, иди, это... В смысле? Волки, Лаура! Ну как хочешь! А я такой смотрю, чё меня сразу убило? Вот, ребята, все пишем в комментариях. Хэштег пирожочек не болей. О-о-о, мы еще в таком месте, фортуа. Ребят, это первый раунд, это Аегис. Да, нормально. Мамочки, я такую карту не видел раньше. Нормально. Так, я внизу. Да, и кстати, мы здесь вообще в углу здесь спавнились, поэтому вообще нам очень близко. Я перки выбрал, потому что, ну, просто так хочется. Нет! Назло эту фрагу пай. Назло. Пирожочек. О, у меня алмазная кирка сразу. А чё себе? Вы понимаете, что он меня дразнит? Ха. Злодей, я же закашлял. А, тут ещё есть, да? Да, алмазный топор пригодится. На тебе шмотик. Спасибо, одел прям, нет, мне... О, чё мне стали, скажи, не нужны. О, кнопбэк и шварц 3, нормально, пойдёт. Чё тебе? Не, всё нормально, просто тут меч классненький. На да? Откидывание, да, и там это... Короче, ой. Да, в смысле, у меня кто-то есть... Кто-то шахатнулся. Да, а я не упаду? Не знаю, нет, не упаду. Помоги, а, всё нормально. В смысле, где? Да, просто пацаны прибежали, я уже, меня... Ну, их много, чувак. Их реально много. О, лалки. Уходи. К тебе, чувак. Я вижу. Убили? Не убили. Он живой. Да что за килл? Убили. Нормально вообще. Убиваем. Мочим. Есть. Мы заточили. О, еще один у меня. Жизнь вообще прям. Я такой нулёв. Я буду его луком отстреливать. Я такой голый вообще. Ну, имеется в виду нулёвый. Боже, у меня... Вай, ну ты еще помолчи, слушай. Почему я такой голодный? Я не знаю. Все слутали, жирные. Опять кто-то джихаднулся. Серьезно? Да, в смысле, я хочу кого-то выстрелить. Кого-то выстрелить. Тебя убили? Да, смотри, что он творит. Нет, я его как бы убил. Я как бы сразу двух убил. Что происходит? Что пвп-щер вообще? Во. Это что еще было? Мне одному сейчас показать, пацан летал вообще. Мы вообще за тобой следим. Я тут тащил как бы. Красавчик, я на втором месте. Второе место, а ты что? Мы на втором месте. Е, ну нам пойдет, да? Я выбираю плюшки. Ха. Потому что так хочу. Ха. Видишь, у него префикс YouTube написано, а у меня просто сервер. Не, я возьму все-таки вампиризм. Может понадобится. Ну да, когда ты убиваешь, и тебе даются жизки. Да, я пошел вниз. Как я раз прям падаю в дырку сразу. Падаешь в дырку? Ну ладно.
Ладно, я тут... Тут подвох был. У меня, по сути, есть стрелы. По сути? А у меня есть лук. Йоу! Вот, тогда я тебе стрелы... Короче, но тебе шмот. Но. У тебя есть, надеюсь... Почему ты мне два ботинка кинул? У тебя, надеюсь, оружие есть? Ой, да, есть. Я же эту плюшку выбрал. Минус два. Изи, 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 лимесквизи. Yes! Теперь здесь баня за такие слова. Просто хочется это написать. Так, подожди. Тыщ. Все, у меня блоки закончились. Ладно, я... Строй ты дальше. Меч, возьми там себе. Лук и стрелы, все. И штаны. Тыщ. А то я без штанов тут бегаю. Так, подожди, у тебя какие там ботиночки? На тебе зачаренькие от падения. Ой, да здесь вообще пацаны, походу, сразу вышли. О, вау, 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 вау. Все, жмот. Я жмот. Та-ра-ра. Ладно. Че ты там отжал? Ничего страшного, все нормально, здесь скилл. Мамочки, какая одежка классная. Божечки, кошечки. Прям одежка. Сама щедрость. Фрагу пай, который пирожок щедрый очень. Так. Кого стрелять вообще, я не понял. Где они? Нас 2 на 2 осталось, если не один. В смысле? Чё так мало? Все сдохли или все ливнули, потому что карта слишком крутая для их. Вот так вот. Не, ну так как-то... Не, ну неинтересно. Я реально вообще просто все ливнули. Даже сундуки не залутали. Там они на центр уже пошли. Вообще сундуки не залутали. Какие-то они не... Надо в них как-то стрелять, слушай. Я, смотри, какой... Топский Павел! Павел Топский! Привет, пацан, как... ты какой-то голый. Илья Скрут. Не, пацан, извини, сегодня не трой. Не твой день, я чуть не кашлянул. Там а где второй? Внизу. Ладно. Оставь его мне! Опа. Я его убил, все. Ты его убил? Ну ладно. Это же... Не, ну мы на первом месте, че? О да. Ну как-то это вообще было... Всем пока, ребята, с вами Лекстер и Пирожочек. Всем пока, надеюсь, вам понравилось, вы поставите лайк и подпишитесь на наши каналы, потому что мы стараемся, ну и надо хэштег написать, что я кашляю. Да. А, хоть и у нас раунды вышли не очень-то удачные вообще все, но мы немножко затащили там, пытались. А еще экстра-телка. А еще это не пирожок, а Фрагупай его зовут, так что не надо его там в комментариях писать, что за пирожок. Пока! Пока! Че? Убери шифт. Ты все еще стоишь? Я тоже стою. Мы в воздухе. Это четыре. Фу.